Здравствуйте, зрители канала. Сегодня мы сделаем небольшой обзор и тест печки-щепочницы, которую заказывал на Алиэкспресс. Их там три вида. Я ссылку кину в описании, но я буду тестить самую маленькую. Посмотрим, на что она будет способна и вообще пригодна ли она. Итак, за бортом бушует море, а мы сегодня попробуем растопить мою китайскую еще непользованную щепочницу, которую я заказывал на Алиэкспресс. Анбоксинг есть на канале. Это вот такая вот конструкция, к ней еще шла чашечка. Я уже экспериментировал с сухим горючим. Сегодня давайте ее соберем и попробуем растопить. Щепочницу сейчас я тут импровизированно как-нибудь ровненько поставлю и растоплю. Посмотрим, как она будет работать. Это их три вида данной серии. Вот это самая маленькая, по-моему. Я в описании, в общем, дам ссылку на подобный. Так, нашел здесь вот такую чурочку обгоревшую. С нее угли сейчас, все дрова сырые вокруг. Вот с нее угли более-менее быстро поджигаются. Так, вроде бы горит. Интересно, получится ли у нас что-нибудь на ней приготовить. Закидываю сало. Ручку. Сарделечку, сосисочку. Вот что есть. Угольки дают жар, и из-за этого достаточно температуры для того, чтобы все постепенно готовилась. Пол-литровая кружка встает нормально вот на вот эту саму вот плитку, но вот моя кружка, которая вот помещается ровно в котелок армейский, вот она здесь как бы немножко проваливается и удобно становится, в принципе, для печенья. Засекаем 14,55. Ну а пока будет закипать наша вода, мы перекусим яичницей. В районе 7 минут стабильного горения вода закипает. Здесь где-то около 250 мл. Кружка 350 мл. Ручка даже не нагрелась. Варим чай с сахаром из казахстанского ИРП. В общем, что я могу сказать? Если присоединиться к плитке, к печке, щепочницы, и узнать поподробнее ее плюсы и минусы, то мне кажется, очень отличная альтернатива. Немного весит и достаточно хорошо себя повела. У меня на сегодня все. Всем удачи. Подписываемся на канал. Пока.